Пятигорский театр оперетты – один из четырех во всей России. Из тех немногих, которые остались верны классике от Жака Оффенбаха до Имре Кальмана. Вполне возможно, что именно поэтому в театре всегда аншлаг – классика есть классика. Но однажды как завсегдатаи театра, так и тех, кто приезжает на отдых в Пятигорск, обнаружили на афише то, что, казалось бы, не имеет отношения к оперетте – комический балет «Тщетная предосторожность». На самом деле, тому были веские причины. Сейчас балетная труппа театра с удовольствием работает над восстановлением комического балета «Тщетная предосторожность». Замечательная музыка Гертеля, забавный сюжет, всем очень нравится, и все хотят показать этот балет качественно, интересно. Очень благодарен и балетмейстеру-постановщику, и администрации театра за предоставленную мне такую возможность попробовать себя, реализовать себя несколько в другом жанре, совершенно в другом амплуа, в амплуа пантомимы, в амплуа хореографии. Татьяна Борисовна Шабанова родилась в Магадане, и в детские годы у нее было немало увлечений – рисование, шахматы, танцы. Последнее увлечение взяло верх. Татьяна Борисовна окончила Тбилисское хореографическое училище, а затем в Москве Государственный институт театрального искусства. Потом были годы служения терпсихоре. Шабанова танцевала на лучших сценах Тбилиси и Еревана, работала со знаменитыми мастерами хореографии. С 1994 года она солистка балета Ставропольского государственного театра оперетты. Ее разносторонние таланты были быстро замечены. Всего через 3 года Шабанова стала главным балетмейстером театра. Благодаря таланту хореографа-постановщика и педагога Татьяне Борисовне удалось повысить профессионализм балетной труппы, а также поднять краевую школу хореографии на новый уровень. Хореографическое отделение Минераловодского музыкального училища имени Василия Сафонова – ее заслуга. Танец для меня – это не просто работа, для меня это стиль жизни. И поэтому я выбрала профессию артистки балета. Я была очень рада, когда в 2006 году Татьяна Борисовна, главный балетмейстер нашего театра, набирала курс. Я была очень рада попасть на ее курс, учиться 4 года. Татьяна Борисовна – талантливый балетмейстер и прекрасный педагог, которая воспитала не один десяток учеников. Ее энтузиазм, ее усердие, страсть к работе всегда заряжает и вдохновляет нас, артистов. Ее идея и фантазия, творческие порывы зажигают искры в наших сердцах. Хочется танцевать и дарить это творчество зрителям. Yeah.
театре продолжается моя педагогическая деятельность. Выпускники нашего отделения пополняют ряды балетной труппы. И сложилась прекрасная, крепкий коллектив. Я горжусь своими учениками, стараюсь им во всем помогать. Некоторые из них сегодня стали моими помощниками, педагогами, репетиторами. Это замечательно, когда есть кому передать свой опыт. Ныне ученики Татьяны Шабановой успешны не только в балете, но и пробуют себя на актерском поприще. Например, в мюзикле «Моя прекрасная леди». С Татьяной Борисовной мы познакомились еще в студенчестве. Вот. И она нас обучала танцам, балету. Для меня это было в новинку. На самом деле мы думали, что она над нами издевается. Но оказалось, что нам это только помогло в дальнейшем нашей профессиональной деятельности. Меня зовут Джим. Я из очень неблагополучного района Лондона. Не будем сейчас о грустном. Сейчас хочется сказать о педагогах. Педагоги – это очень тяжелый и трудоемкий труд. Быть педагогом – невероятная ответственность. Вот наша Татьяна Борисовна обладает огромной базой знаний, огромным опытом, и за это мы ей несказанно благодарны. Мы всякий раз в трудной ситуации обращаемся к Татьяне Борисовне за советом. Спасибо ей большое. Что мне надо, это то, как бороться со мной, как из У меня было много с детства увлечений. Рисование, музыка, шахматы и, конечно, танцы. Но танцы перетянули, и хореография стала моей профессией. Я благодарна судьбе за возможность реализоваться как постановщик именно в театре. Театр – это и дом, и храм, храм искусства – и моя жизнь. В ближайшее время оперетту Баядера на сцене Пятигорского театра оперетты ждет очередная реинкарнация, а это значит, что зрители ожидают новые, впечатляющие балетные сцены.